Всем привет, это канал Романович на максималках. И еще одно дополнение к нашей съемочной студии, съемочному павильону. Чего не хватает, это поролон. Сегодня мое будет, наверное, какое? Третье пришествие поролонное. Потому что первый раз я заказал 3 года назад, ровно, когда я еще снимал хату. То есть не эта хата была, а предыдущая. Там было нереальное эхо, поэтому заказали так, чтобы эхо не было. Теперь в данный момент нас интересует уже не эхо, а больше эстетическая составляющая всего этого действия. Или что очень упорно снимает. Короче, эстетическая составляющая всего этого действия. И я заказал уже в этот раз сиреневый поролон. То есть у меня классика есть поролон, да? Вот видите, он черный по классике. Он, блин, очень плохо на стене держится. Он уже отлетает потихоньку. Но черный это уже избитая тема. Кстати, вот еще есть черный, вот видите, да? Вот здесь вот у меня еще есть черный поролон. Еще на балконе лежит кусок. То есть с того момента, когда снимали ту хату, осталось огромное количество поролона. И сейчас я наконец-таки решил заказать для дизайна поролон, а не только для того, чтобы звука было и эхо меньше. Хотя для этого тоже стоит заказать. Он действительно очень хорошо помогает побороться с эхом. Реально проверено на собственной шкуре. То есть в этой хате, точнее в этой комнате станет эхо еще меньше. Здравствуй. Здравствуй. Вот такая вот колбаса. То есть представьте, здесь находится 4 листа. 60 миллиметров у нас пирамидка, есть, получается, минимум это 30, потом идет 40, потом идет 50. Мне показалось, что 30 и 40 у меня уже были, они мелковаты. 60 это на самом деле очень смотрится эстетически круто, и, соответственно, я заказал 60. Вышло мне все это дело, по-моему, где-то около 1100 рублей за лист, то есть, по-моему, где-то 4400 рублей мне вышло, и плюс доставка 835 рублей из Москвы. Да, деловыми линиями, но в принципе это нормально, это приемлемо. Поролон всегда дорого доставлять. А здесь где-то у нас должна быть, сейчас я вам покажу, здесь у нас где-то должна быть пометка, вот она, да, что дайте поролону настояться примерно не менее 2 суток. Вот, то есть вот сейчас что мы будем делать, то есть это первое наше включение. А сейчас мы его вот так вот расстелим, хотя он, кстати, достаточно, да, нормально выглядит уже. 2 суток это прям пишут с запасом. Ну, блин, цвет просто секс. Вот сейчас ему нужно будет так отлежаться. 2 суток он отдохнет, он типа примет естественное состояние. Он должен еще выглядеть бодрее, свежее. О, вот. Вот так вот женщины и работают на канале за мужиков, да? Да. И, понятное дело, потом мы что-то будем придумывать по проклейке. Кстати, мне что-то кажется, как будто он, знаешь, он нежнее, чем тот. Точно, подожди. А, ну там писалось об этом, кстати. Говорит, мы так листы режем, что вот извините, что бывает такое, что, говорит, не хватает. Заказывал я у разных поставщиков, но при этом завод изготовления один. В принципе, я так понял, они чуть ли не единственные вообще занимаются. А там уже дальше разные интернет-магазины заказывают и по-своему разные цены ставят. То есть это из Рязани. То есть если вы заказываете поролон, то он должен быть рязанского происхождения. По-другому никак. Это тоже с завода из Рязани все. Но здесь упор сделан, видно, на пирамиды. Конечно, в принципе, когда мы наклеим, нам будет абсолютно все равно. Просто, по сути, если бы у него была основа больше, то знаешь, в чем был прикол? Он бы слишком от стены выпирал. То есть это было бы уже нереально от выпирания от стены. Мне кажется, все-таки поролон должен смотреться как-то гармонично на стену. Иначе, ну вот представьте, вот у меня есть косяк, да? Вот он этого размера. То есть в идеале поролон будет вот этот размер занимать, если он будет еще с большой основой. То есть это, ну, не должно так. Но другой разговор, что нам придется его очень кропотливо клеить. Сначала надо будет полосы намазать. Я все это обязательно покажу, потому что многие спрашивают, как там поролон насадить, как его наклеить. И желательно без ущерба для ремонта. Вот это вот еще самое важное. Постараемся, сделаем. Вы что молчите? А что мне говорить? Ну, какие мысли, какие доводы? Да я думаю. Настал третий день, потому что забрали мы все это дело во вторник утром. Сегодня уже четверг, уже, блин, вечер. И 2 дня, как нам и рекомендовали в магазине, все это дело лежало, точнее, двое суток, наверное, даже правильно сказать. Сейчас мы перешли к этапу монтажа.
То есть нам нужно будет сначала намонтировать вот такие вот подобные полоски. Это, кстати, не что-то такого замысловатое, это скотч на вспененной основе называется. Он продается в любом строительном маркете без проблем. И мы, соответственно, наносим, сейчас покажу, каким клеем пользуемся. Вот такой вот у нас тоже в строительном магазине продается. Блин, этикетка слетела, реклама не получится. Но обычно клей, им плитку очень любят клеить потолочную. Так вот, сейчас в данный момент у нас происходит приклейка его. Точнее, не у нас происходит, у Ильиничны происходит, она его клеит. Самое главное, сейчас мы расскажем нюансы. А что нюансы? Нам надо один нюанс. Нам надо сохранить ремонт. И все. Ну, я имею в виду нюансы. Мы, короче, как уже рассказали в начале ролика, что уже клеили не раз этот поролон. То бишь, нюансы какие мы учитываем? То, что огромные расстояния нельзя оставлять между вот этими вот полосками. Потому что, несмотря на то, что поролон легкий, он все равно полоски не выдержат его веса. Поэтому мы с таким вот промежутком делаем этот скотч. Плюс сам скотч не будет держать поролон, поэтому мы приклеиваем его клеем. И также сам скотч не будет держать обои, поэтому мы тоже будем клеить его клеем. Но мы уже клеили в офисе такой поролон, и ремонт сохранился. Мы потом все отодрали, вообще не было видно, что что-то было приклеено. Так что лайфхак. Никакого монтажного клея, блин, или что там советуют? Этого, подожди, там советуют из пистолетов вот этих, из китайских клей. Как она называется? Термоклей или как он? Ну, который в фикс-прайсе продается за 40 рублей. Ой, мы тогда попробовали, мы даже не успели ничего не нанести, не успели. Он тут же сохнет, остужается. Ну и самый главный нюанс, кстати, то, что нужно обязательно полоску, вот видите, как сейчас Ильинична будет делать, полоску клеем прям очень близко к его основанию. То есть, где стартует поролон, там же и надо клеить, иначе со временем у вас начнет под тяжестью он отступать. Если вы, например, эту полосу пропустите, сразу захерачите этот, нужно равномерно делать полосы, тогда он им не имеет шансов обвиснуть. Так, и вот сейчас вы увидите, как это делается воочию. Вот так вот, аккуратненько. Здесь ты лично решила расстояние взять побольше. Но это тоже, в принципе, допустимо. И вот так вот оно приклеено. Не прибиваем, ничего, очень просто нежно. Он сам впитается, он сам сядет. Где-то, наверное, часа два подождем, и уже можно будет спокойно его насаживать на обои. На протяжении всего этого ролика действовал iPhone XS, самый последний, фронталка его, основная камера, поэтому в очередной раз заценивайте качество. На канале Романыч на максималках я стараюсь давать различные тесты смартфонов в каких-то видосах. Нихера себе пнул паль. Смотрите, как она сюда прекрасно встала, наша красавица, вот просто идеально в этом углу стоит. Что могу сказать именно по поролону? Ну, смотрите, доделали. В общем, выглядит примерно как-то так. Мы даже, получилось у нас удлинить всю эту историю. То есть, поролоны основные закончились вот здесь. Вот с помощью кусочков Ильинична удлинила вот эту вот сторону. Примерно сколько? На 6 кубиков. Низ мы тоже все подклеили, сделали красиво. То есть, в принципе, получилось без щелей, без проблем. Единственное, я говорю, невозможно по-другому будет сделать, так как у них размер разный. И, к сожалению, если присматриваться, то есть где-то так, вот кубики идут, и тут немножко пошло не очень. Но, к сожалению, размер разный заливают, и невозможно подгадать эти панели вот прям дико идеально. Так, в общем, цвет, ну просто секс, я вам могу так сказать. Черный, вот если давайте сюда вот переведем в камеру, ну типа черный после этого, ну смотрится, ну совершенно не так. Ну согласитесь, вот он цвет. Сиреневый и черный, но не так. Самое главное, он играет. Вот под этим цветом он так смотрится. Если мы сейчас поставим искусственное освещение для видео, он по-другому заиграет. Если мы здесь какую-то подсветку, которая мне идет, завернем, чтобы оно подсвечивалось, он еще по-другому заиграет. Количество вообще вариаций, как он может играть, ну не ограничено реально.
Вот как-то так получилось, все это на дело вышло с клеями, со всеми остальными вытекающими фигнями, типа как вот лента специальная, на которую мы клеили, где-то она у меня здесь лежала. Где-то вышло это 5000 рублей. А, еще и доставка, мать его. Еще и доставка. Короче, чтобы вот эту всю стену сделать, да, всех заинтересует цена, это выходит, ну, где-то в районе 5800, наверное. Ну, может, 5700, где-то так. Вот это вот все у вас очутится. Ну и, конечно, вам нужно немножко потрудиться, потому что это все надо вырезать, клеить. Достаточно такой трудоемкий процесс. На этом сегодня и все. Это я был Романыч на максималках. Это была Ильинична. Мы вместе все это дело клеили и оформляли. Такие видосы, наверное, стоит выпускать на второй канал, да? Подписывайтесь сюда, ставьте на колокольчик. Ну и ждите видосов на этом фоне. Получается, на основном канале. Ну, может быть, и на этом тоже иногда будет. Ну и оценивайте в комментах, что получилось у нас, норм или не норм. Все, давайте, красавцы. Пока.